Смотрю-ка, когда будешь бегать, смотри аккуратно, да? То есть вы. Ну, репики, так, потихоньку. Внимание. Бегите. Хаджур. Вот так. Майка, ребята, шишки. Стоп. Так, Артём и Габи, ну пасть. Петя, передайте им. Так, Андрей, девочки ушли с Фели, девочки отдыхают. Выходит Петя, Макс и Андрей остается. Вот, смотри. Uno, dos, tres. Готовы? Значит так, если кто-то будет стоять еще по вот этому, потом я к себе зову и по ногам бью. Так у нас есть песня. Нет, он сидит, пока нет. Ну, кумачан. Приготовились? Готовы? Андрей, ушла. Отсюда. Так, вы как сейчас? Вот там, извините. Бить надо сильно, сильно, но не очень, потому что они большие, безумные. Ну, и так, Петручо, попозже. Макс, аккуратненько. Так, а теперь передайте ему. Чему поет, Алё? Так, да ну, Макс, сейчас они вас будут бить. Кто? Вы встаньте сюда втроём. Андрей. Нет, вы сюда, они вас будут бить. Так, и вы тоже будете бить. На колени. На колени. Хаджина. Макс, не кувыркайтесь, не кувыркайтесь. Стоп, Матео! Матео! Не бей, команда Матео. Хорошо, встали, пошли. Так, пошли, девочки, я вас сейчас отпущу. Тихо. Ась, пошли вокруг ковра. Ну что, Мать, разогрелся? Да. Андрея, у тебя же сил не было, ты же умирал. Нет? Да, Надя. Стоп, Матвей. Постой. Стоп. Стоп, Андрея. У нас центра нет. Какие у вас завтра лекции? Шасы. Да. У нас каждый день по пять. Хорошо. Все. Ларин, веришь? Так. Петя, минус два. Вы туда. Поклониться. Поклониться.
видеть, маленькие. Да. Как все родилось. Девочки, шапочки взяли. Все, Андрей, аккуратнее, пожалуйста. Кто у него такой день рождения? А то поймешь, что придет, скажешь, мой любовь. Не могу готовить. Не могу готовить. И Андрея бросил. Аккуратненько. Так, Андрюх. Бери его. Так. Ми. Ну, остаем какие. Хорошо. Так, с вами что будем делать? Сейчас. Берем пальцы. Андрей, дальше Петя.
берете, одеваете на них кимоно и ложьте на него, на каждый. Одеть дальний кимоно, просто наденет. Давай пояс снимем. А, нет, этот, не, эти кимоно большие. Ну, нет. Сейчас я дам два других. Подожди, я дам два других. Оденьте тоже кимоно. Сейчас вы с ними поборетесь. Вы, чтобы они живы оказались. Живой? Сейчас. Даже для тренировок. А я посмотрю. Вот, покажите сзади.